на дачу, тут такая жопа. Тут такой костер. Тут такой огонь был, такой пожар. Это уже тушат. Тут такой огонь стоял стеной. Вот что, ребята, бывает, если вы случайно подпалили травычку. Вот, посмотрите, чуть хата не сгорела. Вот, хата. Дача сестры. И вот, тут такой огонь стоял, что перелякались все. Вон слышно, как оно трещит. Все люди, все там в камышах. Это очень страшно. Смотрите, сколько выгорело. Вот дом сестры. И вот. Тут такой огонь стоял, как в аду. Испугались, ой, оно туда ушло. Люди, будьте бдительны, не будьте такие безмозглые. Что это очень страшно. Наверное, хорошо, что мы сюда и приехали. Что помогли хотя бы, конечно, от меня помощи никакой. Вот там все сгорело. Все сгорело. И дальше огонь ушел еще туда дальше. И чуть не сгорели тут все мы. Люди, пожалуйста, будьте бдительны, будьте осторожны. Стихия воды, огни, это... Ну, играться с таким нельзя. Помимо тут, что вирус гуляет. Так еще и люди делают сами лихо, огонь разводят. Смотрите, что творится. Ушло туда, в те дома. Очень страшно. Это шок-контент, это ужас. Вон догорает чья-то беседка, чей-то дачный участок. Горели деревья. Вон люди аж туда пошли тушат там. Видео кусочка маленького. Тоже вам показала, но тут было страшно, тут было реально просто уже не до съемок. А туда в дома ушло, сейчас люди начнут оттуда подключаться и тушить с той стороны. Вызвали час назад пожарку, не знаю, нету пожарки, не едет, хотя она тут рядом. Жесть. Берегите природу, берегите себя. Как не вирус, так пожар. Если вам не видно, ребята, то могу сказать, что там творится сейчас такой ужас, который творился у нас. Дом чей-то воет, сигнализация сработала дома. Боже, слышно, как деревья там трещат. Может, это уже не деревья, может, уже чьи-то дома трещат от огня. Наконец-то приехали. Там, да, идет там, вот этот дом будет, как мы приехали, это дом был. Оно туда ушло. Сейчас поеду туда дальше. Поехали туда дальше, дома ушло к даче. Пошло аж туда, сука.
получилось.